Ребятушки, всем привет! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Вот сегодня я вернулся с Кореи, и если вы следите за моим каналом, то видели шорт, что я показывал вот эту вот штучку, и сегодня делаю ее распаковочку. Купил я это, значит, в международном аэропорту Инчон, Южная Корея. Это самсунговская тема. У нас я таких не видел в России в магазинах. Вот, пожалуйста. Мы с вами сейчас и это видим. Samsung. Далее, вот так это все выглядит. Ну, конечно, если вы внимательный человек, то вы поняли, что это Powerbank. Вот такой вот Powerbank. Здесь все по-корейски написано. Мы сейчас с вами это что-то переведем, чтобы нам было все с вами понятно, что ж, о чем здесь пишется. Иначе смысла-то как бы и нет. Так, где у меня корейский? Вот корейский, нажимаем перевод. Погнали. Что у нас, значит, здесь есть? Еще и переводить пока не хочет. Ну, пытаемся. Так, поехали. Здесь написано у нас зарядка Galaxy Watch. Дальше написано у нас Apple Watch зарядка. Тип зарядки. У нас, значит, Type-C. И дальше подставка для смартфона. Все это, короче, в одном, я так понимаю. И вот так это все дело у нас выглядит. Ну, теперь давайте саму распаковочку и посмотрим, что же это за штучка такая. Я, серьезно говорю, я даже представления не имею, что это такое. Еще пока даже сам. Поэтому для меня это такая же интрига, как и для вас. Ну, вещь какая-то интересная. Купил это E-Mart магазин. Значит, так, ладно, поехали. Открываем, отрезаем. Так, аккуратненько. Раз, готово. Коробочку нам беречь же с вами не обязательно, да? Вот так. Теперь, значит, мы с вами вот так это все дело вытаскиваем. Какой-то шнурочек тут есть у нас. В коробочке более у нас нет ничего. Коробочка сейчас самая какая-нибудь она есть простая. Стоит это 19 тысяч вон, это 1290 рублей. Так, вот такая вот еще здесь какая-то тряпочка, бумажка. Ну все на корейском, даже отсутствует английский язык. Так, вот такая вот штука. Сейчас мы узнаем, для чего это. И вот сама... Сам этот пауэрбанк, все дело мы выкидываем и вытаскиваем. А вот так это все дело у нас выглядит. Так. Ага. Вот эта вот штучка, значит, для телефона, я так понимаю. Но сначала надо, видимо, ее включить. Выглядит, как видите вы, она достаточно хорошо. Прям реально хорошо. Это не то, что какой-то ширпотреб. А прям хорошо здесь вот наклеена у нас, как видите, пленочка. Давайте-ка ее сейчас снимем, берем аккуратненько, чтобы нам ничего не поцарапать. Это, я так понимаю, окно, где информация высвечивается о заряде. Так, ладно. Теперь включаем. Нажимаем кнопочку, здесь она есть, видите, кнопочка. Где? Вот она, кнопочка. Нажимаем и держим. Заряжен он или нет. Возможно, этот пауэрбанк разряжен полностью. Да, он вообще не заряжен, соответственно, мне придется его заряжать. Сейчас я его заряжу и вернусь, чтобы продолжить этот видосик. Так, ребят, ну, разряженным он не был. Разряженным он не был. Что значит включение, как происходит? Просто один раз нажали, и все, он включается. Теперь берем... Ложим часики. Все, пошла зарядочка. Вот так. Стоят они себе и заряжаются. Может он стоять. Вот таким макаром. Значит, в этой инструкции по-корейскому или на корейском написано следующее, что один раз это включение, если два раза подряд нажать, это переключается для того, чтобы заряжать уже Apple Watch, тоже на такой же зарядочке. Значит, у нас моделька есть, прописано, что за моделька. Я поэтому, дорогие друзья,
Вот она, эта моделька, видите, прописана. В описании видео выложу на него ссылочку. Вот она, эта модель. Все. Так, вам же сначала, прежде чем продолжить дальше обзорчик, хочу предложить вот такой циферблатик. В описании видео будет доступен. Здесь у нас что значит? Есть много разных цветов. Причем смешанных, да? Вот смотрите. Раз. Раз. Вот такой вот можно сделать его. Ну и одно, и одна таб-зона. Все. Вот одна таб-зона. Что-то мы туда можем добавить. Не знаю, если можно. Погоду. Я погоду добавлю. Вот все. Вышел. И вот такой вот у меня получился циферблатик. Смотрите, красотища просто. Как сказал уже, в описании видео сможете скачать. Если хотите поддержать канал СВ, то купите его на СВ Хаб. Если нет, то по ссылочке на FOPDA скачивайте, устанавливайте. В посту будет все инструкции, в том числе, как его устанавливать. Так, вот так, значит, у нас USB Type-C. Здесь заряжается через USB Type-C. Также слегка он заряжает смартфончик. Включили. Все, пошла зарядочка смартфона. Видите? Вот она пошла. Мы с вами берем, также сверху ставим еще часики. И у нас, видите, пошла зарядка часов. Здесь у нас, значит, с вами приспособа такая ножка. Она в перчатках, просто мне неудобно ее вытаскивать. Имеет два положения. Вот такое и крайнее вот такое. Все, поставили так, пожалуйста. Вот так. Чуть пониже, вернее, повыше, вот так. Ну, хотя можно и третье положение выбрать. И поставить вот, ага, нет, на третьем уже не держится, падает. Ну, более-менее интересная моделька. Лежит, в принципе, можно смотреть вот так вот кинушки какие-то. И в том числе тут же заряжать часы. Но вот так заряжать их не получится, они будут скатываться. Только стоя, к сожалению. Так, ну а в целом неплохая вещица. Я думаю, что мне она точно пригодится, особенно в поездочках. Вот как я сейчас в Корею гонял, так там действительно мне бы она не помешала, данная тема. Потому что я очень активно пользовался смартфоном и часами. Соответственно, они у меня очень быстро разряжались. Я заходил в кафешки там во всякие и заряжал. А так бы можно было просто пауэрбанк подключить. 5000 мАч. Один раз точно мне полностью хватило зарядить данный смартфон. Ну, а часы и того больше несколько раз. Ну, если вам было интересно, ваш лайк, ваш комментарий. Если вы что-то другое знаете, какую-то информацию о других пауэрбанках хороших, пожалуйста, пишите. Буду вам очень признателен. Ну, а вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь. Спасибо за внимание. Пока.